не одобряет такие выходки. Депутат областной думы Юлия Литневская прокомментировала ситуацию, которая произошла на последнем заседании регионального парламента. Напомним, накануне коммунисты демонстративно покинули зал, где народные избранники обсуждали бюджет региона на ближайшие 3 года. Кроме того, Александр Анидалов и его однопартийцы устроили флешмоб прямо в думе. Они спустились к трибуне и возложили возле нее цветы с траурными лентами. Демарш коммунистов никто из депутатов не поддержал. Если нет желания работать как ответственные депутаты, которые действительно борются не на словах, а на деле, решают вопросы тех, кто их в парламент выдвинул, то, может быть, стоит уступить место тем, кто будет встречаться с гражданами, решать их вопросы, проводить приемы, работать у себя на округе.